Добрый день! Представляю вашему вниманию шарф бренд Stock. Подробная информация в ссылке под описанием. Начнем с вами вот с такого вот снуда. Он идет с этикеточками. Вязка с пайеточками. Такое все блестящее. Здесь у нас тоже снуд, вязка, травка. Очень такой мягонький. Так, здесь тоже снуд. Такой вот он вязаный. Классный. Так, здесь вот такой вот шарф. Тоже очень мягкий, классный, тоненький в ширину. Вот такой вот платочек, мягкий, легкий. Прям. Здесь велюровый шарфик, он прям невероятно мягкий. С такими вот, с такой бахромошечкой. Очень красивый шарфик. Вот такой вот шарф, черный, с бумбушечками. Тоже очень классный, мягкий, широкий. Дальше вот такой вот шарфик. Такой вот. Тоже очень мягкий, теплый. Такой вот широкий, длинный, теплый. Очень мягкий шарфик, вот такой вот широкий. Тоже с кисточками внизу. Такой вот яркий, мягонький. Это у нас идет снуд. Тоже очень классный, очень теплый, такой прям плотный платочек, шарф, платок. А, это даже вообще как пончо, наверное, идет. Вот так вот, да? Вот так вот он идет. Здесь вот есть какое-то небольшое загрязнение, но поверхностное вообще легко удаляется. Так, здесь у нас шарф тоже плотный, теплый, такой вот двухсторонний. Здесь вот такой вот шарфик, очень мягкий, прям вообще превосходный, длинный и широкий. И вот такая вот шапочка, она, наверное, женская или подростковая. На этом все, спасибо за внимание, подробная информация в ссылке под описанием.